Вот многие у меня спрашивают, как выглядит ваш муж? Вот это братишка моего мужа. Красавчик. Матвей, какого цвета у тебя глаза? Голубые. И он не женатый. Какой у тебя рост? 190. Ха-ха, 1.90 м. Не женатый. Вот такой у меня. Как вам будет кайну уке? Маны эрым на родной укесы. Красавчик она. Эрым бундарам чройды. Наш Леонардо Ди Каприо. Вы настоящая кинодива. А это моя свекровь, любимая. Настоящая кинодива. Говорю, у нас очень много похожих. Супер милые. Потому что все девочки... У меня была раньше одна мама, теперь у меня вторая мама появилась, которая тоже готовит. У нас сегодня... Что у нас? Драники, да? Белорусская, украинская кухня в узбекском исполнении. Вот так вот. Просто. Я вам потом покажу, что из этого вышло. Итак, мы приступили к готовке. Значит, мы на летней кухне готовим драники. Колтуны? Колтуны называют? Это колдун. Колдуны. Колдун, который. В общем, здесь картошка и фарш. Я просто пододвинула. И сверху накладывают. Вот, смотрите, как это калорийно. Калорийно. Я это, конечно, есть не буду, но завидую тем, кто это поест. Потому что выглядит знаешь, очень... Знаешь, не зарекайся, Карина. Ну ладно, все, я молчу. Просто я на диете. Говори то, что должен. Ты проиграл. Давай текст. Давай, я Матвеечка Цветочек. Я Матвей. Ага. Официально признаю свое поражение. Официально признаю свое поражение. Кариме Резаевой. Кариме Резаевой. Счетом. Что? Счетом. Счетом? Не. 2-1. Ура! Там не так. Именно 2-1. Три игры мы играли. Я два раза выиграла, ты один. Я одну был неподготовленный, вторую я выиграл, а третью я продался.